ходе акции «Во славу общей победы» в крипте храма-памятника собрана земля с мест воинской славы из всех районов Беларуси, городов-героев России и Украины, а также Австрии, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Молдовы, Латвии, Румынии, Венгрии, Эстонии. Начинаем торжественную церемонию закладки капсул с землей из областных центров Минской области и города-героя Минска. Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.